Thank you.
Я очень сегодня приятно взволнован этим концертом и сегодняшним, и вчерашним, потому что это был настоящий праздник музыки. Я очень рад и горд, что в такой стране, как Кувейт, есть такой талантливый композитор. Композитор, который соединяет традиции родной музыки, настольной музыки с европейской школой выражения. Писать для свирского оркестра – это очень непросто. Это нужно иметь не только дар мелодический, чувство формы, нужно владеть всеми инструментами оркестра, чтобы свои мысли и чувства выразить через оркестр. И когда он привез партитуру в Киев, то так было приятно, что музыканты сразу ее поняли. Музыканты сразу начали играть с удовольствием. И композитор, который умеет соединить родные национальные традиции с европейской школой, с оркестром и с правительством, это очень большое достижение культуры Кувейта. И я бы хотел поздравить кувейтский народ, что у него есть такой яркий представитель музыкальной культуры. إن البشرية عرفت لغات سادت ثم بادت أو فقدت لأن آثارها باقية، ولكن الأمل معقود على الموسيقى، تلك اللغة العالمية الجميلة، في الاحتفاظ بتراث الشعوب من فولكلور أهازيج وإيقاعات الأجداد في فرحهم وحزنهم وعملهم. ويمكن لموسيقى سليمان أن تكون أحد الجسور الذي نتمنى أن يصل بين الموسيقى الشعبية الكويتية والموسيقى العالمية، وأيضا أن تكون موسيقاه وسيلة حوار تدعو مختلف الحضارات إلى التعايش بسلام وأمان. على الخط ارجع. ايه روح دشيت داخل وايد.